Ева, что ты здесь делаешь? Зачем ты пришел на пьесу? В зале полно дикарей. Ты хоть знаешь, что они могли с тобой сделать? Ну, я... А что за спиной? Ева, я долго думал, и понимаешь, в общем, ну, я знаю одно. Ты так его, я боюсь, потерять. И это правда, и я не вру. Действительно, я не знаю, как я переживу потерю. Просто, в общем, Ева, выходи за меня. Понимаешь, есть много обстоятельств, очень много обстоятельств. Но это не имеет значения. Имеет значение. Я тебя недостойна. Кто я? Обманщица, лгунья. Актриса, в конце концов. А ты воспитывался как высшая элита. Эх. Ну и пусть, мне все равно. Мне не все равно. Ты можешь связать свою жизнь с девушкой, которая тебя действительно любит, которая сделает тебя счастливым. А что могу я? Без крыши над головой, без денег. Ну, я готова быть только с тобой, навсегда. Начнем с того, что я не могу стать твоей женой. Ну почему? А потому что... А у меня волосы крашены. Смотри, какой неестественный цвет. Ну, мне так даже больше нравится. Мне не нравится. Ты вон вообще седой. Странный парень с белыми волосами, красными глазами и розовой фигней на лице. А вдруг это вообще заразно? Не-не-не-не-не-не. Я прививки сделала, да. Я пойду к врачу, я принесу тебе справку. Нет. Хорошо. Взглянем на мое прошлое. Объявлена преступницей, сбежала от охраны. Я даже твою жизнь пустила под откос. Ничего страшного, я тебя прощаю. Я не смогу родить тебе ребенка. Ну это же не проблема, мы можем усыновить чужого. Хорошо, если тебя это не останавливает, я парень. Знаешь... Я долго думал, но никак не мог решиться. На самом деле я косплеер. Ладно, так и быть. Выйду за тебя. У всех свои недостатки. Только справку обязательно принесу. Обязательно принесу справку, хорошо.